А в Туле начинается набор в возрождаемое Суворовское училище, которое было создано в городе еще в годы Великой Отечественной войны. Сегодня строительную площадку будущего курсантского корпуса проинспектировали временно исполняющие обязанности губернатора области Алексей Дюмин и заместители министра обороны России. Они отметили высокий темп работы, особое внимание к качеству строительства. Вступительные испытания для будущих курсантов начнутся уже завтра, пока в одной из гимназий города. Я уверен, что 1 сентября здесь уже будет первый набор наших детей, курсантов. Это порядка 260 человек. Это первая партия. Мы будем теперь не только кузницей нашего оружия, но кузницей кадров высшего офицерского состава, будущего высшего офицерского состава для нашей армии.